Один вариант библейский – четыре монархии. Идея четырех монархий, значит, это у нас ассирийская, медоперсидская, да, персидская держава, эллинистическая и, наконец, римская держава. И было очень важно не допустить разрыва. То есть, если мы читаем сочинения историков того времени, мы нигде не найдем слов «падение Римской империи». 476 год, падение, нету такого. Потому что Римская империя никуда не делась, она продолжается. И она будет искусственно тянуться до 18, до Наполеона. Вторая идея, идея трансляции, трансляции от знаний от Египта в Грецию, в Рим, а потом к франкам. Вот эта вот идея, которую Алкуин развивал, и она потом в средние века становится очень важной.